Привет, дорогие зрители, это Леонард здесь, и сегодня мы играем в Killing Floor. И у нас сегодня есть гость, Велиш. Скажи привет. Здравствуйте. Окей. Дорогие зрители. Окей. Так, и дайте мы скажем, что такое Killing Floor. Killing Floor — это игра, где надо убивать целую кучу противников на уровне и дожить до конца. Практически это все. Я прав? Да. Окей. Так что все остальное объясним по... Вы увидите по ходу игры. Так что видишь, что там начинает играть сервер, а я им классы пока покажу. Хорошо, какой сервер выберем? С мапой. Какого мы играем в прошлом? Давай попробуй искать рождественскую. Ну сейчас попытаюсь ее найти. Так вот, короче, есть Field Medic, ну медик. Каждый класс типа дает скидки на оружие, бонус к оружию, все такое, суппорт, дробовики. Асп, шапшутер — это винтовки, командо — это автоматы, берзерк — это близкое оружие, файлбак — это огнеметы, то есть файло, и демолишн — это сумасшедший парень с решаткой. Ну что вам нужно знать? Какой уровень сложности поставить? Хард? Нет, последний. Так, сейчас... Афганистан. Сноу нету. Ну ладно, какой-нибудь кауту на 6 человек, где побольше на лоб есть там. На 6 человек говоришь, да? Ну на 6, на 8. Какая тебе нравится? Ага. Хорошо. Ты выбери. Тут какая-то рандомная карта, я вот не знаю. Но сейчас мы ее проверим сегодня. Хиллбилли Хоррор. А это небольшая карта? По-моему, это большая, которая была типа с туннелем и что-то такое. Да-да-да, мы на ней уже играли. Давай другую выберем. Давай лучше на которую играли, чтобы хотя бы знать, что там. А прикол в том, что сейчас их нету. А сейчас... Ну там есть одна, но там пинг 500. А, ну короче, выбери какую-нибудь, которая нормальная. Там, любой сервер, который подходит. А Mountain Pass нормально? Ну, наверное. Давай на неё. Окей. Давай, ты заходи, к тебе присоединись. Вот он. Join. Это в лесу. Окей. По-моему, мы на ней в первый раз играли, если я правильно помню с тобой. Вроде бы даже уже второй. Нет, а в том смысле, когда мы начали играть, это была наша первая калта, помнишь? Да-да-да, опенки, я выбираю, знаешь, кого. Ты еще наверное, в лес ушел с катаной или чем-то там. Да-да-да, я выберу, я команду все выбрал. Окей. О, у них уже конец. У них 11... А, они уже босса побеждают. Давай да другой выберем. Давай другой, наверное, выберем. Мы подождем, пока они ударят. Или подождем, пока они убьют босса, и на новой мапе будем. Ага. Где они там, ты их видишь? Пока что нет. А может быть ты потом обрежешь эту часть видео? А, если будет скучно, то обрежу. Не переживай. А вообще ты кого смотришь сейчас? Так, я не знаю, просто летаю как валона над калтой. Кстати, вертолет. Да. Прикольно. Калта, кстати, вообще прикольно сверху выглядит, не знаю что. Тут просто клык. Это вообще тостов вообще на вид. Ладно. Ну да, краска у меня не хватает. О, они как все почти добили. Патриарх. Уделает. Пиру мочь что. Он очень быстрый. О, там кто-то с арбалетом бегает. Он суппорт, кажется, если он суппорт. Чем с этой бегает? Опа, ну. У него полжилета он отнялся. Полжилета, даже больше. Да, одним ударом. Еще чуть-чуть жизни. Это жесть, Лео. Ага. Ты готов? Все готово. Slow motion. Кстати,
я помню, когда один навел, короче, победил и след. О! А, мы выиграли. Ей! Зашли и выиграли. Деньги. Money, money, ну, зато опыт плюс. Ах, я брюк, он говорит, money. Не знаю почему. Вилли, мистер Лолунч. Какой у тебя ник? А, выбираем тут теперь голосование. А, да? Окей, что тут есть? Субурбия, это что такое? Не знаю, тут есть. Ice. Давность игры. Не, надо молодую игру нам взять. А, какой ты думаешь выбрать? Half Crush. 8. Это где она в конце? Ну да, там. Crash. Или офисы. Что выбираем? Давай офисы. Да, давай. Посмотрим, что это. А по-моему, это такая близкая, да? Хоть коридоров много будет. Да, да, это много коридоров будет. А, я на ней, кстати, это моя вообще первая карта, за которую я играл. А, я на ней недавно играл. Вообще, я на ней оружие сейчас, по-моему, проверял. А, запись точнее. Так, леди. У меня на старом компьютере из-за этой карты компьютер взорвался. Ну как взорвался, полетел. Серьезно? Да. Ладно, давай-ка топать. Там перегорела зарядка на ноутбуке. Ладно, ты где? А, Виля, вот ты где. Топаем, нам туда. Пошли. Так. Нам наверх, походу. Так, ищем пасхалку. Калиту 777. О, я взял. Окей, если хочешь, могу потом тебе. Не-не-не, а ты кто вообще? Я падал на него, попробую. Оу, за тебя там был такой урод. Так. А, меня бьют. Помоги. Где ты? Дальше. О, убил его. Тут сюда. Далеко убежали. Давай туда. О, нет. Давай тут стоим. Да. Опять, помоги мне. Пытаюсь. Он должен умереть. Опа, тебя. Давай в кейдл пойдем. О, нет, отступаем. А, на меня все беги. О, ты понял, где это. Я просто стоять собрался. Ладно, разогрет. Опа, но за тобой там было жирно. Беги лучше наверх. О, нет. Они будут писать тебя жирно. Нет, я не помогу. Я понял. Ну что-то очень много противников хотел. Мистер Лунчи Лол. Ну что, а мы все понял, какой-то сложности был. Нормал. Или хард. Противник пока будто да нормал. О, зато новая мапа. Это не экстрим случайно. Это нам. Давай. Смотри, какой айсбрейкер выбери. Давай. Только не ферму. Окей. Ты ферму не любишь. Ну там со всех сторон идут, наверное, поэтому, да? Да, в общем, Вест Лондон еще более-менее. Там еще есть мапа Doom. Играл? Нет, не видел. Да ладно, из Doom первого карты. А, не видел ее. Нифига себе. Тут много таких каут-сюрпризов, походу. Тут и спотлайт с этого. Эх, Калиту 777. Скажи, у тебя сейчас тоже что-то непонятное идет? Ну, еще до сих пор мне пишут, что ваш отряд уничтожен. А у тебя? А, у меня пишут. Your squad was wiped out. О, West London сейчас будет мапа. West London? А, это да. По-моему... А, что это за карта? Я что-то не помню. Так, ну будем надеяться, что это будет не X-Team, как в прошлый раз. Ладно. Так, васаби. О, вертолет прилетел. Он типа нас выстрелил. О, нормальная, кстати, маба. Ну это, по-моему, популярная цифра. Так, нам куда идти? Туда, я так понимаю. Мистер Васаби.
кажется, за нами идут. Да, нам надо вместе держаться. Нет, их 70 будет. Проблематично. Вот за нами. Вот здесь впереди, я буду прикрывать его. Ты куда убежал? Не туда смотрю. А, окей. Я не вижу. Если он где? Ау. Что ты сейчас убежал? Это... Ты прямо как ниндзя. Это... Воу, там новые. Я тебе помогу. Там шильд недалеке. О! Что такое? А, нет, после удивлен. Магаги кинули. Ой, Лео. О, там еще. Ой, там еще. Отступаем, отступаем. Там тоже много. Кого-то подобрал. Ты здесь что купишь? Винтовку? А, не, куплю себе, наверное, добавить сюда. Там. Если винтовку. Шатган. Добавик и... Ах, я тебе бронежилет не могу купить. Я бронежилет себе купил и винтовку. Да, ну, короче, меня тогда прикрывай. У меня добавик. Вот. Ну, сейчас всем будет плохо. Тебе, кстати, надо... Ты кого команду выбрал? Я? Да. Да, команду. А, тебе надо будет потом автомат купить, наверное. Тебе на автомат ага. Скидку. 5-10%. Тебя первый уровень, походу. Телефонная а будка. А тут автопайл здесь будет, походу. Алло, 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 алло. Дозвонился? Нет. Нет? Хотя это, конечно, не помогут, учитывая, что полицейский машин валяется. Походу парень не знает, что делает. Уже так, идем туда, проведаем. Постой, кто с огнеметом? А, тут есть еще один. О, тут еще один, мистер Оланч, мистер... Ой, у нас четверо. Подожди, тут кто-то есть сам, в этом сомнительном доме. Идем сюда, быстро. Давай лучше держаться. Давай, дверь здесь закроем, от их всех. Не, давай держаться со всеми. Ой, нет. Я один в доме. Ладно. Быстро, быстро, убегай, там столько их много. Нет, там. Назад, посмотри. О, опять. Сбоку от тебя. Давай отстегни ко всем остальным. Давай к этому месту у вас сапи. О, нет, наоборот. Корень. О, много успех. О, сбоку. Меня ранил. О, это эти пауки. Я к месту у вас сапи. Забей на этого васаби. Тут у нас по жесточек проблемы. Вы меня одного оставили, Миша. Куда? Куда мощь? Я знаю, тут. О, господи, там их много. Граната. Обожаю добавить скин, просто все сносит. Он тебя плюнул? Нет. О, сзади. Кто там? И где? Это пародия на толстяка из Left 4 Dead. Так, у меня осталось две пули. А у меня еще... И одна священная. У меня еще где-то пуль 26. А, все. Давай-ка быстрее туда. Бистро, бистро. Тут нога. Тут много чего валяется. Не только нога. Да. О, смотри, какая милая машина. Хотя бы две не запаял.
быстрее, быстрее. О, сейчас будет жестокий уровень, я чувствую. Главное, броня живет, как поднят. Так, комбат алма. Ха, все интересно. Just right.